такая еще одна заброшка. Туда, наверное, не попасть. Сейчас. Надо здесь, скажи, будь аккуратнее. Хотя, в принципе, здесь. Осторожно, чтобы что-нибудь не упало. Ну, такая нормальная заброшка. Ну, давай, залазь. Павлик. Что я нашел? Спирт рояль. Какую? 80-й год. Сигарета Прима. Какой домик? Ого. Ого, как обман. Здесь еще есть сигарета. Да, елки-палки. Павлик, так не, там не ходи. Еще банка. Еще один замок. Есть банка. Тряпки всякие. Стакан. Нет, дверь не надо. Здесь еще один замок. Ого, здорово. Не надо, Павлик, не трогай стекла. Ой, смотрите, это от духов. Банченко. От духов. Павел. Да я просто смотрю стекла. О, разбитая. А они выдержат или нет? Разбитая. Дом такой добротный был. Мальчики, это что? Это что? Патроны? От лампочки. А-а-а. Пошли дальше. Куда дальше? Не надо. Вот, смотрите, что я тут нашел внутри лампочек. Чего? Смотрите, фотографии какие-то. О, фотографии давай. А эти надо взять. Нам надо взять с собой. Эти фотографии. Фотографии свадьбы. По-моему, тут жили хозяева вот эти. Свадьба. Хозяева. Павлик, не лази там, иди сюда. Здесь не видно даже. Все выцвело. Очень старые фотографии. И даже второго этажа нету. Да, вот там дверя. Что это? Фотографии. Так, а, ой, фотография его. Жена, муж и жена. Здесь еще фотографии. Стой, ничего не пустим. Все, говори. Добрый день, дорогие друзья. Мы по очередной заброшке. Вот, замок здесь, как в прошлый раз. Заперли. Нет, не открывай. Мальчик, душка от очков. Да, душка от очков, ручек. Вот. Духов. И старые-старые фотографии. Вот первое. О, а, это уже. Так, о, вот. Показывали. Так, вот еще. Вот. Ух ты, что это за стол такой? Древний какой. Ну, это мы уже смотрели. Вот, смотрите, вот эти люди здесь жили. Это люди. Посмотрим. Фу. Я пойду посмотреть что-нибудь в компах. Ну что, здесь никто не надо сходить? Павел, Петя. Нет, это было продолжение дома, скорее всего. Ну это от пилы. Там было продолжение дома, все развалилось. А здесь дом. Это дом добротный такой. Что там? Бутылка тут какая-то. Это что? Стиральная доска. Доска стирала. Такой доской раньше стирали. О, я нашел крышку! Это чего-то? Грязная? Ну, вот. Это от бидона. Это я ее нашел. Вот первый. Она, дай покажу, Петя, дай просто покажу это. Ого, сколько здесь было? Обои, в виде газет. Так. Это раньше так клеили. Сначала клеили газеты, а потом газеты обои. Вот. Цена 20 копеек. О! 1956 года.
Вот тут газета. Где спрайт? Вот это спрайт. Железячка. Похоже на веревку. Это что? Где? Проволока? Спрайт. Ну не надо, брось банку, это новое. Там не открывайте, там видите, там кирпичи даже положили, чтобы никто не лазил. Там шкаф. Да, там шкаф с той стороны. А это что за дверь не открывается? Там что-то вдруг. Не дергайте здесь ничего, чтобы не развалилось. Поморская. Такой рубанок здесь. Чугун. Где? О, Артём прошёл. Где он? И перчатка. Артём! Тихо, не надо кричать. Мы рубаночек такой. Да. Знаете, что это такое? Девушка. Нет. Что это? А, это пилить доски. Это рубанок, да. Да. Не пилить? О, Тёма! Привет! Тёма, мы здесь! Здесь какой-то. Тут... И рука. Писали что-то. Оружие. Орудие труда было. Да, вешалка. Это мы на свалке ушли с дедом. Что это? Барлик рука. Зачем ты сюда полез? Бабушка же не разрешает. Да, ну что, чугунок такой. Этажа нет. Не знаю, чугуночек. Там... Не доделали, нам. Непонятно что. А это непонятно что. Эмблемы чугуночки, ёжики. Дрова там. Да, это столетие. 2000 год. Молоток. Я тайную дверь видел.